Здрасте, праздники, вот это вот все. И настроение у меня такое, что захотелось, почему-то захотелось сделать небольшой выпуск. Рэперы переделывают, рэперы и не только. Такой предновогодний спешл. Я надеюсь, что вам понравится. В этом году было очень много интересного. Например, Эльдар Джарахов выпустил альбом, Джарахов выпустил релиз, Ахрип дропнул микстейп. И тот чувак из успешной группы, Карлик Диабетик, выпустил альбом, да. Так, я вроде все прорекламировал, да, типа нормально. Мерч, мерч. А, мерч, попозже. Ставьте лайк, если хотите, чтобы попозже я рекламировал мерч. Короче, это был очень насыщенный и интересный год. И это мини-мини итоги года. Здесь я собрал далеко не всех тех, кто трапнул этот год, так скажем. Лишь некоторых. И давайте мы сразу начнем с вами, сразу с человека, который ворвался очень красиво в начале года и очень классно и талантливо все сделал. Большой респект, Саша. Гонфлад! Всем шварц, пацаны! Дедуля, где мои подарки? Твой красно-белый костюм, это шляпа. В твоей снегурочке вся моя банда. Мы с ней бухаем под звуки курантов, эй. Мы тебе пишем, Санта, эй. Неси нам быстрее подарки, эй. Мандарин, серпантин, Новый год в твой дом. Тупой дедуля, где мои подарки? Твой красно-белый костюм, это шляпа. В твоей снегурочке вся моя банда. Мы с ней бухаем под звуки курантов, эй. Мы тебе пишем, Санта, эй. Неси нам быстрее подарки, эй. Мандарин, серпантин, Новый год в твой дом. Молодой гамфлад, я хочу 5 баб, а потом айпад. Вот такой расклад, подари домкрат. Положу на шкаф, привези нам шар, заходи пожрать. У меня есть маленькая елка, твоя дура маленькая телка. Кто твой дедушка, ночная девочка? Новый год в твой дом. Сахарный диабет, я потерял свои ноги. Та-да-да. Но это уже другая песня. Ребятки, короче, перед тем, как мы продолжим, посмотрите, пожалуйста, сейчас коротенький ролик окончания нашей трилогии. Ого, что-то новенькое. Так я же говорил, мы можем выглядеть как хотим. И Новый год тем более. Слушай, раз ты весь такой вот из себя новогодний, может быть, ты украсишь здесь все? Окей, это твое последнее желание. Ну, сделай тогда все по-особенному. Без проблем. Да, здорово. Знаешь, даже какие-нибудь красивые слова просятся. Например, все твои желания исполнены, и я сваливаю. Подожди, раз уж, ну, все так... Может быть, ты исполнишь еще одно желание новогоднее? Ну, вот такое узенькое, совсем маленькое оно. Ладно, излагай. Пусть у каждого, кто смотрит это видео, в новом году будет больше счастья и радости. Исполнено. И 1 000 000 лайков. Слушай, вот это уже перебор. Ну, 500 000 хотя бы. Не, не, не сторгуемся. Все, давай, пока, я полез за елку. Хуп, и мы снова здесь, снова на месте, и я правда надеюсь, что у вас будет классно все в следующем году, да и вообще, в принципе, всегда. Знаете что, вот так вот плавно подвожу к человеку, у которого очень хорошо получилось в этом году, и я правда искренне рад, потому что он крутой. Мы не знакомы с ним, но я давно слежу, и в этом году он сделал все очень хорошо, и это Бульвар Депо. Лили под елкой со мной лали высший сорт. Смокал сигу под гирляндой. Встречу с вами Рождество. Они поняли расклад. Здесь новогодний пауэрпаф. Оливье в тазу. Сегодня раскачаем этот таз. Дед Мороз везет нам сумку от Versace в Uber Black. Залипаю в Mortal Kombat. Наряжаю свою ель. Открываю типсы топски, жгет бенгальские огни. Ведь Депоша сумасшедший, меня не останови. Давайте от веселья перейдем немножко к серьезностям, да? В этом году происходил откровенный трэш, отменяли концерты артистам. Это неправильно, это отвратительно, и непонятно, что будет в следующем. Не отменяйте мне тур, я еду в тур. Отменяли концерты Френдзоне, Айспик, Хаски и многим другим, и так не должно быть, блядь. Кстати, никого из них, и в том числе Монеточки, которая... трапнула, так сказать, этот год. Нет в этом выпуске, но если вы хотите, чтобы я делал это шоу,
типа, пишите об этом в комментариях, реально, я буду смотреть на вашу активность, и, может быть, я всех этих артистов сделаю в одном выпуске. Так вот, отменяли концерты, это какой-то трешняк, так быть не должно, и кто-то один должен прийти и высказаться, кто-то должен отомстить за всех. Кто же в 2018 году является голосом всех нас? Конечно же, новый фейс. Ну, типа, лысый. Вот этот, типа, новый. Дед Мороз вокруг меня грабят, убивают. Мусора в погонах никого не уважают. Во всей стране детские елки они отменяют. Шоколадных зайцев у детишек отнимают. Дед Мороз, наведи на земле порядок. Со Снегуркой приди, захвати гирлянды. Пьяный батя храпит, он лицом в салате. Защити, помоги, подари подарки. Эй, Дед Мороз, ты что, продажный? Эй, Дед Мороз, ты что, предатель? Неси сюда мешок подарков, ждем тебя с парнями. Сейчас ты все объяснишь нам по понятиям. Йоу, ребята, зацените, какие есть красивые, классные, милые открыточки для всех тех, кто будет вот с этого момента до конца января покупать мерч в Клик-Клак-Шоп. Что можно купить, собственно? Худи, они постоянные. Лонги закончились, рок-н-рофл. Вот эти футболки тоже на исходе. Мы их чуть-чуть допечатали, но они вот-вот закончатся, возможно, даже в этом году, может, в следующем. Носочки мы сделали красивые, новые, и шапочки просто муа. Переходите, смотрите, и вот такое вот вам получите вы с такой штукой. К чему это я? Был недавно на рэп-фестивале, и лучше всех там, знаете, кто выступил? Пошлая Молли. Пишу тебе письмо, ведь я твой преданный фан. Приходи на вечеринку, не забудь записать. Моя бэби мне сказала, что ты старый дурак. И что тебя не существует, я все выдумал сам. Но если тебя нет, тогда кто подарит мне мой кабриолет красно-белый? Если тебя нет, тогда кто подарил мне в том году щенка? Дед Мороз, воу-воу-воу, дед, ты такой тупой. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, дед, ты такой тупой. Мы сейчас перейдем к последнему артисту, и перед тем, как мы это сделаем, ребята, это не последнее видео в этом году, мы еще с вами пообщаемся, я еще покажу вам отменные штуки, я такую хуйню нашел в переписке в чате Клик-Клака, я обязан вам это показать, я это сделаю обязательно, ну и плюс, наверное, мы там подведем какие-то итоги года. Сейчас вкратце, и просто спасибо большое за охренительный ажиотаж к моему альбому, я нашел на каком-то сайте статистику, 10-е место по прослушиваниям ВКонтакте. Мне кажется, это неплохо для дебютного альбома. Вообще, огромное спасибо за вот внимание, за вот это вот все. Год был хороший, следующий будет отменный. Просто в феврале ждите самый лучший клип в галактике, который называется «Гена Букин». Вы правда охуеете. Ладно, он будет говно. Я так набиваю цену. Ну и очень много будет в следующем году интересного. Спасибо большое за внимание. Я тут говорил, что у меня 10-е место по прослушиваниям альбом занял. Давайте перейдем к человеку, без которого этот выпуск, типа, просто не выпуск. Это, ну, ничто. Да, человек, который... это его год, короче, шарите. Он просто взял... Бу! И что-то с ней сделал. Big Baby Tape! Навгад скоро. Я беру свечу, я ее зажгу. Новый год и мой лучший друг подарил мне лут. У меня шутера вокруг, и я не продум. Я хочу пару новых шлюх для всей моей крю. Дед Мороз, тащи мне чейн размером с небоскреб. На руках сияет Азия холоднее, чем лед. Всем моим хумбоям я предоставлял саппорт. Я кидаю снегурки, палку и кричу аккорд. Я беру юлу и ее кручу. Новый год идет тебе в дом, наряжай елку. Я беру икру, мажу поутру, потом пью. Новый год уже, и куранты пьют.
Спасибо большое за просмотр, ребята. Если вам понравилось, то пальцы вверх, не понравилось, пальцы вниз. Все как всегда, все справедливо и честно. Пишите комментарии, я читаю их. Пишите, кого бы хотели бы увидеть, если хотите новые выпуски. Может, они будут, может, они не будут, я не знаю. И свет уже гасится здесь, значит, пора закругляться. Закругляться, все, спасибо. Все ссылки полезны в описании. И вот тут нажимайте, смотрите предыдущие ролики, слушайте треки, слушайте альбом Rock'n'Roll, покупайте мерч. Вот это вот все. Свет включился, можно новый выпуск сделать. О, не, пока.